вернуться из сказки. Ключи от однокомнатных и двухкомнатных квартир вручили педагогам общеобразовательных и музыкальных школ, работникам детских садов и тренерам спортивных школ Елизовского района. И первый котик зашел. Ой, котик. Ирина Коломоец преподает географию и химию в Елизовской школе номер 3. Год назад она переехала на Камчатку с Кубани. Все это время педагог снимала квартиру. За новым жильем, новые возможности, больше будешь работать. Да, больше будешь работать, больше будешь отдыхать, да, новой, своей уже, да, она хоть и ведомственная, но она как бы своя, ты ее под себя выстраиваешь, ты намного интереснее, намного лучше, да, жить в таких жилищных условиях. Программа обеспечения специалистов бюджетной сферы жильем стартовала в Елизовском районе в прошлом году. На эти цели из региональной казны выделено около 200 миллионов рублей. Евгения Пылева, Дмитрий Былков, информационное агентство «Камчатка».